Так, ну что, экологическая катастрофа продолжается. Что-то как текло, так и течет в пруд. Пруд проточный, в него впадает речка. И дальше попадает в Даугаву. И там течет какая-то солярка. Ну вот даже на видео немножко видно пятно. Не пятно, а целая река. Так, главное сейчас туда не загреметь. Почти неделю. Какую неделю? Уже почти месяц лежу. Пытаюсь иногда куда-то выползти. Какая-то ковида напала, блин. Злобная. Ну и вот эта канавка течет. И вот там вот все. То ли солярка, то ли масло. Но запах горючего есть. И никто не видит, не слышит. И по-русски-то никому не скажешь, не нажалуешься. Время такое. Ну и ладно. Вот оно по всему берегу. Масляная фигня вот эта вот. Вот оттуда. Так, когда не надо, тут полиция катается. А когда надо, тогда никого нету. Ну и она дальше пошла. Вот она собирается и пошла в речку. Уже в Даугаву. Не знаю, камера передает, не передает. Но видно, тут синева какая-то. По всему берегу. Вот с того места. Так, где там эта труба была? Где-то там. Так. Вон там все черное вообще. Где-то вдалеке плавают лебеди. Перебрались на эту сторону. Здесь еще льдом затянуто. Где-то и маленький там был. Он же не совсем маленький. Подросток. Так, сейчас его что-то не вижу. Где-то за ветками. Красавчики уже начинают привыкать, что их кто-то подкармливает. Только встало, они уже навстречу плывут. Так, правда, поплывут они сейчас прямо в эту солярку. Не, разворачивайтесь. Разворачивайтесь, говорю. Вот какие. Так, где третий? Третьего что-то не вижу. Не-не-не, ничего не дам. Не лезьте сюда. Ну, полезешь сюда. Не надо. Не надо. Они все-таки полезут. Все плывет, тут воняет, фу. Правильно. Окей, серые шеи коричневые. Все, поняли, что им ничего не светит. Никто ничего не дает. И поплыли. Давай, плыви. Как бы я не хотел, чтобы ты подошел поближе.
Но соваться сюда не стоит. Да, тут и... Вот какая вся вода. Ну и рядом, конечно, всякие бутылки. Загадили все. Но это все лично Путин приезжает, кидает, это все понятно. Маленький там остался. Он отдыхает. Это маленький плавает. Он не маленький, уже ему года два, наверное. Так что ему там попу кто-то поклевал. Что они просто коричневые.